Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, как оплатить кредит в приложении Сбербанк Онлайн на телефоне. Для того, чтобы заплатить кредит через телефон в приложении Сбербанк Онлайн, нам необходимо выбрать ту карту, с которой и будут списаны деньги за кредит. И нажимая на определенную карту, мы выходим в меню, где нам предлагаются различные варианты. И мы выбираем вариант «Оплатить или перевести». И мы увидим на самом верху поисковую строку, в которую нам необходимо ввести либо название кредитной организации, либо же просто словосочетание «Погашение кредита». Например, если мы вводим погашение кредита, то нам предложится множество различных вариантов. И, например, на самом верху мы увидим перечисление различных кредитных организаций и выбираем необходимую организацию. Также можно сделать и по-другому. Например, мы увидим также не только название организации, а также вариант, например, найти нужную нам организацию по номеру БИК. Но потом, соответственно, необходимо будет ввести еще и дополнительные данные. Например, необходимо обязательно будет ввести номер вашего счета. Но если у вас кредит именно не в каком-то постороннем банке, а именно в Сбербанке, то здесь все гораздо проще, потому что этот кредит будет отображаться на главной странице в вашем мобильном приложении. Вы увидите сразу этот кредит, нужно просто на него нажать. И нажав на этот кредит, мы увидим функцию «Оплатить». Но и уже оплата непосредственно списывается с вашего счета, то есть с вашей дебетовой карты Сбербанка. Здесь все гораздо проще, никаких дополнительных данных, ни номер счета, ни БИК, ни какие-то данные по организации вводить, конечно же, ничего не нужно, потому что у Сбербанка есть абсолютно все данные. По вашему кредиту вы просто перечисляете с вашей дебетовой карты на счет именно кредита, и самое главное, что деньги зачисляются без комиссии и зачисляются они мгновенно. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!